Что? Страшно? Ну, начинаем, друзья. Начинаем. Хочу вам напомнить, что мое имя Азъесм. И я рад вас всех приветствовать на потоке, друзья. Да, это, друзья, это Doom. Doom 4. Здесь реальный хардкор, здесь все жестко, здесь нет пощады. Это будет жестенько, друзья. Здесь все серьезно. Здесь реально очень все серьезно. Doom 4, который современный. Вот, я в другие, как бы получается, что не играл. Значит, но на этом, как видите, костюмчик при мне, все при делах. И я готов уничтожать. Я готов вражин всех этих бить и уничтожать. Так, сейчас еще немножко его примерю. Чуть надо пододвинуть, наверное, да? Так, вот так сделаю. Вот так вот, да, нормально будет. Так. Третий лучше. Ну, тут я не берусь утверждать. Я видел, как играют в этот Doom, что он из себя представляет. И это уже второй мой поток по Doom. Я могу сказать, что мне реально вштырило. Мне реально вштырило. Вот. Все, костюмчик при мне. Я одет, готов. Погнали, друзья. Сейчас еще секундочку. Фух, чувствую, будет жарко. Будет реально жарко. Здорово, Денис. Даниил, здорово. Ну, погнали, погнали. Так, игровая ячейка номер один. Здоров, Никитос, здоров. Так. Я вот секретик один не нашел, но мне он очень нужен. Поэтому я еще раз ворвусь на эту карту. Вечно шествуешь ты по царству тени, сражаясь со злом, когда другие замирают от страха. Да не будет утолена твоя жажда воздаяния. Да не высохнет кровь на твоем мече. И да не испытаем мы больше нужды в тебе. Великоват? Ты думаешь, великоват? Ну-ка, сейчас примерю. Какой великоват? Нормально, ты что? Это я для него великоват. Все четко. Фу. Найдите вход в центр распределения ресурсов. Смотрите, я хочу себе сделать секрет, задание секретов, знание секретов. Компас пульсирует рядом с секретными зонами. Мне не хватает одного очка. Даниил, добавляйся, да, ВК добавлю. Мне не хватает одного очка, чтобы открыть это умение. Как раз его и должен добыть, найдя дополнительный секрет. В этом мое задание. Единственное, я думаю, что игру можно потише немножко сделать, да? Все-таки там жестко, жестко все. Какая сложность? Сложность, кошмар. Ребята, первый раз, Doom 4, сложность, кошмар, максимальная. Дальше только ультра-кошмар. Одна смерть, и игра заканчивается. Скажи всем привет. Васек, всем привет. Секреты с карты из второго Дума нашел? Нет, я не знаю, смотри, какой секрет. Я ищу второй. Это куколка вот эта. Ну, как тебе сказать, где они находятся.
Артефакты. Вот эти коллекционные предметы. Мне нужно еще один найти. Ну-ка, территория. База данных. Полевой дрон. Оружие. Так. Снаряжение. Так, зверские убийства. Васёк, конечно, еще будет. Конечно, будет. А как же? Подожди, где-то должна быть на самом деле. Ладно, погнали. Ух. Все жестко. Ух ты, ух ты. Ребят, ну первый блин комом. О мой бог, о мой бог. Надо скиллуху набить. Жесть, жесть. Я говорю, здесь кошмар, ребят. Здесь уровень кошмар. Здесь не прощает. Так, ладно, надо собраться. Хер с ним. Ладно, стреляй этих мудил сначала. Первый секрет — это кукла. Вторая карта из Doom 2. Третья тоже кукла. Где находится вторая карта? Второй секрет меня интересует. Блин, надо потише сделать, а то у меня в наушниках звук громкий, и я ору, как дебил. Так, ну-ка, сейчас. Чего? Так, кого еще тут застрелить? Жестко. Здесь реально, здесь не прощают. Жи есть реально. Так, надо броньки собрать. Так, этого стер, отлично. Так, патроны тут, конечно. Жесть. Стоять, сука. Так, надо подхилиться. Очень мало здоровья и патронов взять. Даже, сука. Ах ты...
Сейчас, подожди, подожди, братка, подожди, ничего не пиши. Надо с этими тварями... Ух ты! Жесть, просто жесть. Алло! Алло! Охренеть! Ое! Ое! Миша, стараюсь, стараюсь, но это Doom 4. Это реально Doom 4. Тем более, я же вроде мата не допустил, там охренеть, все дела было. Да. Значит, должен вот этого поймать. Не, не удалось. Ну ладно. Так, когда дойдешь до турбины, на тебя нападут 4 импа. Там остановись. Понял. Надеюсь, дальше по уровню. Хорошо, я понял. Ну, надо разогреться, реально надо разогреться, потому что тут очень все very hard. Ошибки не прощаются. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, этого стер. Ебать. Извините. Так, дратвуй, дратвуй, дворатвуй. Тут все жестко. Блядь! Алло! Вот урод! Хорош! Хорош! Хороший выстрел! Так, где-то он рядом, да? Угу. Вижу, вижу. Да ты мощный, типа, да? Понял. Но я тоже, знаете ли, не промах. Так, ага, открылось. Здорово, здорово. Так, ну значит, турбина дальше по курсу, правильно я понимаю? Не шутя, ребята, не шутя. Все очень жестко. Так, патроны хватает. Надо взять брони тогда. Так, здесь я куклу брал. Так, хорошо, ключ доступа есть, да? Так, здоровье там видно, сколько мне. Нормально. Это что здесь? Все, хорошо.
Набиваем здоровьица. Я не шучу, я здесь очень жестко с ними. Мне шуточки не интересны. Подхилился. Здесь ошибка очень многого стоит. Ух ты, чуть не словил люлей. Так, ну на них я патроны особо тратить не буду. Я их просто расстреляю. Так, отлично, удар не пропустил. Голову расстреляли. Хорошо. Что вот эта аптечка значит? Я уже как-то и забыл. А-а-а! Это бомбы. Это бомбы. Все, я вспомнил. Что потом, Васек? Ну, у меня как бы пока Doom 4, Dota 2. Игра называется Doom 4. Dota 7. Да. Так, здесь ништячок я уже брал. Казань брал. Так, этого убили. И теперь пойду гранатку возьму. Наверняка тут какая-то мразь уже ко мне бежит. А, у меня патронов 15 штук. Так, тур... Турбина, где турбина? Дальше по карте. Какую же ты турбину имел в виду? Так, возьму броньки. Хорош. Где я там? Ух ты! Хорош! Он должен быть где-то здесь. Сейчас, то есть я уже скоро близко буду, понял. Так, здесь я, походу, брал ништячок. Уже? Уже. Спускайся вниз. Сюда, типа, да? Финал не, по футболу не смотрю. Вниз, наверное, где-то ты сюда имел в виду. Где-то вот здесь, скорее всего, типа, да? Где импа убивал? Ну вот здесь я импа убивал.
Сейчас смотри, вот я стою на месте, куда мне идти к ништячку? Ну, давай, давай, слушаю. Павлуха, слушаю. Внизу крутящей турбины есть желтый заборчик. У основания там дырка. А, вот это. Блять, наверное, не эта турбина, да? Или вон внизу вон той турбины. А, здесь? Здесь? Ничего себе! Охренеть можно! Да... Бог ты мой! Я нашел! Да? Нет, пока не нашел. Я что-то сделал, но пока не нашел. Doom 4 игра. Ё-моё. Ё-моё, мама звонит. Да, сука, нет! Рожь! Рожь! Так, нажать Y, правильно? Нажал. А, о! Ёпарасоты, ёпарасоты. И что дальше? Иди в нее. Перед тобой, да-да-да, все, я увидел. Я ее увидел. Отлично, отлично, все, найдено. Можно апгрейдить костюмчик. Обучение. Классические карты. В каждом здании спрятана часть карты из классического Doom. Найдя ее, вы сможете сыграть на полной... По полной... классической карте. Зайдя в меню классические карты. Попробуйте найти их все. Ага. Все. Это не то... Блин, это не то, что секрет. Это просто охренительно. Это, мать его, просто охренительно. Хоть я посмотрел, как Doom выглядел до этого. Подожди, а что мне еще нужно? Мне же есть 2 очка. Вот это наплечник с помощью монтажа. Васек, добавлю, друзья, добавлю. Только я не понимаю, почему я не могу апнуть. Не, я не хочу 1 очечко потерять. Просто так. Ну вот, да. Да, сука.
Тут же разная индикация для особо одаренных. У меня 0 очков. Это две вот эти хернюшки. А что дают две другие? Понял. А я что-то перепутал, малеха. Что дают вот эти две другие карты? Они помогают что-либо улучшить или нет, кстати? Все, это чисто для пушек, я понял. Я понял. Уменьшает время перезарядки между выстрелами микрогранаты. Увеличивает радиус взрыва. Жестко. На заряжение микрогранаты больше не тратится время. Понял, все, оружие, да. Да. Слушай, ну, мгновенное заряжение. На заряжение микрогранаты больше не тратится время. Вот это, мне кажется, вот радиус взрыва, конечно, круто. Но на самом деле, больше всего я нуждаюсь в том, чтобы быстрее стрелять этими микрогранатами. Что мне в этом поможет? Скоростное восстановление. Это наше. И мгновенное заряжение. Тоже наше. Второй? Не уверен. Я если стреляю, то в принципе попадаю. И этого достаточно. Там если взорвется, так взорвется. Я думаю, вот это все-таки. Да. Ё-моё, чтобы следующий... Да... Это, конечно, жестко. Это что? Сокращает время, требуемое для генерации мощного электрозаряда. Быстрое восстановление. Нет, я думаю, не стоит. Не, ребят, я, понимаете что? Я чувствую, что мне нужнее больше скоростное восстановление. Оно позволит нон-стоп стрелять этими гранатами. Про что эта игра, Степан? Эта игра про уничтожение исчадий ада. А подожди, модификация не стоит. А что значит модификация не стоит? Во. Больно, однако. Нормально. Блин, тут еще плюшка залетела. Хорош. Есть боеприпасы, все. Ну, когда побыстрее заряжается, половоче на самом деле. Так, 16 патронов. Пук-пук. Так, ага, битва начинается. Этот ушел. Тупо мастер уклонения. Хорош. Пук-пук и сатанюги, пипец. Хорош.
Нет, ошибся, с кем не бывает. С кем не бывает, друзья. Все, погнали. Мать твою, я их всех пришу. Тупо разорались, сволочи. Тихо. Мать твою, где ты? Уже спрятался, тварь. Так, здесь я уже забирал. Меня не остановить. Хорош. Это есть, нормально. Ты будешь смотреть матч Франция против Хорватии? Не уверен, друзья. Не уверен. Но жду, жду от вас вести, если что. Туда мощненько, на самом деле, пришлось. Хорош, хорош, просто там размотало все к чертовой матери. Просто, ребят, не щажу дьявольских отродий. Так, ты похож на чувака из музыкальной группы Dragons. Франция 4-2, Хорватия, вы чё, серьезно? Блин, я такой, если честно... А, алло! Тварь, ненавижу мразей. Так, уклонение. Атака. И врыва! Броню одели, хорош. Нет боеприпасов. Нехорошо. Но я знаю, где можно взять. Фу. Да, ребята, это, конечно, эпик. Речь бы что-либо фильтровал. Подожди, я что, матерился в крайний момент времени? Не может быть, я следил за собой. Ты что? Такого не может быть. Я, да, жестко выражаюсь, там, хрен, еще что-нибудь. Но это же не критично, правильно? Ладно, с этим уровнем можно заканчивать, и я почистил его от всякой смрадной нечисти. Да, это мощно, ребят. Doom 4 не прощает. Что здесь еще? Ну-ка. Ладно, не буду взрывать. Нормально, нормально. Сейчас еще секундочку, друзья. Есть, есть, мощненько, мощненько, на самом деле.
Все, идем дальше. Так, подождите, не сюда, вот сюда. Меткость поправь. Ну, конечно, поправлю. Конечно, поправлю, ё-моё. Это дело наживное. Хрен это продукт такой, именно. А хрена тень? Это тень, отбрасываемая продуктом хреном. Хорош, хорош. Продолжить игру. Вы вырвались из своей тюрьмы и отправились в бой с силами зла. Цикл начался заново. Чтобы выяснить источник демонического вторжения, подключитесь к спутнику связи из центра распределения ресурсов. Хорошо, я это сделаю. Друзья, если понравился поток, подписывайтесь на группу ВК, на канал Twitch. Все в описании стрима есть. Знай своего врага. Так. Здравствуйте, я Вега. Искусственный интеллект марсианского комплекса. Я провел диагностику претерианского бронекостюма и выяснил, что смогу активировать дополнительные испытания, с помощью которых вы сумеете быстрее обновить свой арсенал. Я добавил в ваше досье отслеживающую программу. Хорошо. Отлично. Слава, как дела? Данил, дела отлично, и я играю в самую супер-пупер-мега-жесткую игрушку. Игра реально настоящего мужика, и яйца должны быть железные, чтобы пройти ее на уровне кошмар с первого уровня. Я надеюсь, они у меня такие. Так, давайте посмотрим, что он... Чем он меня... Испытание в заданиях. Испытание активируется в начале задания. За их прохождение вы будете получать очки улучшения оружия. Требования и прогресс прохождения можно найти в закладке задания «Досье Таб». Хорошо. Испытание. Два по цене одного. Убейте двух одержимых одним выстрелом дробовика. Вкус смерти в разнообразии. Зверски убейте одержимых пятью различными способами. Увлеченный исследователь, найдите секреты. Три штуки. Приятного чаепития. Благодарю, благодарю. Ты пугаешь меня, когда молчишь. Ну, так... Ты понимаешь, почему? Потому что я жесткий. И очень жесткий. Мощный, сильный. Ты супер-пупер. Ах ты, Евгений, ничего ты не понимаешь. Тебе опыта просто недостаточно познать всю глубину. Затроллил, затроллил, да. Но я же тоже смеюсь, правильно? Поехали, друзья. Так, значит, убейте двух одержимых одним выстрелом дробовика. Хорошо. Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. Идите, суки, сюда. Два одержимых, ко мне быстро. Еще. Сука, не удалось. Ты один? Хорош. Ну-ка, что там еще написали мне интересного? Здесь спешить не надо, друзья. Здесь, так как уровень сложности максимально возможный, здесь нужно все просчитывать. Работа аргент.
комплекса требует не только большого объема энергии, но и огромной вычислительной мощности в условиях, когда множество взаимосвязанных систем питается от одного источника энергии. Ак сочла целесообразным создать центральный мейнфрейм, управляющий не только потоком аргент энергии, но и повседневной работой комплекса с более чем 60 тысячами сотрудников. Это мегакомпьютер, детище Самуэля Хейдена, главы ВАК, должен был обладать большой вычислительной способностью, чем все системы до него, и, что более важно, получить признание как первый по-настоящему автономный искусственный интеллект. Мейнфрейму дали имя Вега. Лан, клёвый чел. Ну все, все, получил признание от Евгения. Можно жить. Так, ты один? Где твои братья? Где еще? О! Так. Алло! На! Стой! Какого мочевого хрена? Двери заблокированы, да? Так. Хорош! Я первый нанес удар! Расшищено. Основное энергоснабжение отключено. Дверь. То есть это не считается. Заткнись. Тебя никто не спрашивал. Ты здесь никому не нужен. А, нет энергии. Все, я понял. Хорошо. Это что? Дайте пострелять. Блин, у меня, кстати, бензопилы нету. Это пока мне не очень нравится. Так. Отлично. Что еще здесь? Подача энергии восстановлена. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Закроешь ты свой ротик, сволочь. Вы сядете рядом сволочь. С ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают... Для нас. Прямо сейчас. Кусок дерьма. Просто на кусок дерьма. Я ее убью. Так. Все, что все пьет? Ну, кстати, третья лучшая была. Ну, не играл. Я верю в честность. Что? Особенно опять сейчас. Ты? Да пошла ты в жопу. Последние минуты вашей жизни. Так, так. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Территория. Центр распределения ресурсов. Стал одной из первых построек. Ними, понятно. Первый уровень я. Допуска открывает доступ во все зоны. Да что ж... Заткнись. Мне неинтересно уже слушать это еще раз. Новые сотрудники, так, на Марс, ага. Кроме сетевых хабов у некоторых. Чтобы получить доступ в этой области, новые приверженцы должны подать запрос по форме Delta Q Delta. Силовику отдела, понятно. В Биошок, Данил, нет, в Биошочек я не играл. Я верю в честность. Сука! Она преследует меня везде. Все эти слухи, человеческие жертвы, портал в ад, демоны, все это правда.
Друзья мои, будьте так, отлично, стало посветлее. Уже хорошо. О, беспокойные твари. Можно даже потроллить их по поводу грамотной речи. Прямо сейчас. Что ты имеешь в виду? Так. Здесь я был, да? Так, посмотрим, оценим возможность ништячку. Ну, здесь маловероятно. Ага, подождите. Возможно, ништячок где-то есть здесь. Ага. Сука. Ребят, ну... Блин, как же тут... Есть тут где-нибудь ништяк или нет? Я вообще куда спустился? Ну, это каникулы-то скоро кончатся, поменьше. Понятно. Скоро кончится, дружище, не торопи время, еще знаешь сколько? Еще до хрена времени. Полтора мать его месяца. Не спеши жить, я тебе так скажу, не спеши, реально. Так, ну я здесь вроде все и слил на самом деле. Тупо пистолет там подсвечиваю себе. Ну, выходит, что так. Просто я ищу ништячки, понимаешь, в чем дело? Игра реально хардкор. Лютый хардкор. И здесь не прощает ошибок. Так. Хорош. Все, иду воевать. Я верю в честность. Да что ж ты заладила? Последние минуты вашей жизни. Ребята, а сейчас будет... О мой бог. Ах ты, сука, он первый нанес удар. Нехорошо. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Тупо стер. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты в этом мире. Все эти слухи. Человеческие люди. Опа. Демон. Все это. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают. Сволочи, появляется эта хрена, так. Так, отлично. Получено улучшение очков. Нет, они не создают. Так. Получено очко улучшения оружия. Давайте-ка посмотрим. Так. Больше не тратится время. Увеличивает радиус взрыва. Блин, ну радиус взрыва мне на самом деле хватает. Давайте скорострельность. Да.
Нет, не видел. А, подожди, это тот, который за 4,5 часа прошел? Эту запись я видел. Все эти слухи. Это жесткий парень. Если это этот имеется в виду. Но он, понимаешь, он как? Я реально игрушку первый раз прохожу, поэтому. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Одержимый. Так, мне кажется, я где-то ништячок здесь могу найти. Особенно сейчас. Боже мой, как она надоела. В этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал Ван. Демон. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и так, я. Мне кажется, или туда прыгать нельзя вниз. Я там тупо сдохну, на самом деле. Прямо сейчас. Угу. Я верю в честность. Особенно сейчас. Да, если я спрыгну туда вниз, я реально умру. Не стоит. Секрет есть сверху, такой же рычаг. Человеческие жертвы. Понял. Портал Ван. Демон. Все это правда. А где, сука, моя секретная херня? Почему мой костюм не работает? Можно это как-то... Ну? А-а-а. Мне же очков нету, сука. Вы станете первыми. Четче надо выражаться. Вы хорошо, я буду более четким. Так же, как и я, в новом мире, который они создают для нас. Павлух, Павлух, где тут рычаг? Сейчас. Здесь сверху где-то? Слушай, я забрался еще выше или что? Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Портал Ван. Демон. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Выше? Будьте первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают. Здесь, что ли? Для нас. Прямо сейчас. Слушай, мне кажется, я туда не смогу сейчас забраться, да? Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Что-то мне подсказывает, я сюда не смогу забраться. Все это правда. Друзья мои, или по перилу? Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Ага. Я верю в честность. Все, понял. Особенно сейчас. Есть, ебой. В этом мире. Фух. Ну, Павлух, что бы я без тебя делал? Отлично, отлично. Так, я так понимаю, открылось что-то снизу, правильно? Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают. Угу. Во-во-во! Тихо, тихо. Так, ну, наверное, на этом секрет окончил. Ух, броня всякая. Все, я нашел секрете. Павлуха, благодаря тебе, благодарю.
Реально, реально, очень четненько. Нашел, я нашел же секрет, да? Монстры, подождите. Одержимый инженер. В ходе событий волна Лазаря. Жертвы претерпевают кардинальные изменения в анатомии и физиологии. Мощный разряд плазмы не только радикально меняет строение внутренних органов, но также приваривает металл кожи. Охренеть. Во многих случаях личные вещи, будь то часы или драгоценности, прожигают кожу и навсегда сливаются с жертвой. Ужасно. Возможно, меньше всего везет тем, кто во время слияния работал с ацетиленовыми баллонами и сварочными аппаратами. Поскольку при работе в условиях низкой гравитации это оборудование нужно было носить на себе, волна Лазаря создает одержимого человека с очень взрывоопасным устройством, внедренным под кожу. Как и остальные одержимые, эти существа лишены разума и выполняют телепатические приказы неизвестного демона-назирателя. В бою с одержимым инженером следует соблюдать особую осторожность. Если баллон пробит, одержимый инженер превращается в ходячую бомбу, опасную для всех, кто находится рядом, будь то люди или демоны. Александр, это просто секрет. Это просто секрет. Открылся. Понимаешь? Это, значит, добавление третьего дума. Просто открылся еще один секретик. Отсылочки, это называют пасхалочки. Когда идет отсыль. Даже мне кажется, или я что-то еще могу здесь найти. Для нас. То есть один секретик я нашел. Второго. Понял. Понял. Ну, возможно, да. Возможно, второго. Так, ну я здесь все обшарил, правильно? Все здесь понажимал. Третий дум даже по современным веркам весьма прилично выглядит. Я понял. Я понял. Все, наверное, да, это весь секрет. Ну что, тоже неплохо. Вернись к компьютерам, где ты видео запускал. Ни хрена себе. Жесть, жесть. Ну я вернусь сейчас. А как я туда вернусь? Ага. Стоять. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи. Человеческие жертвы. Рож. Портал ВАП. Демоны. Все это. Ну, я типа вернулся. И что дальше? Ничегошеньки не происходит. Друзья мои, Джота зашел за Китил. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они... Запрыгнул, запрыгнул. Для нас. Прямо сейчас. Я пробежал. Все сложно. В комнате с компом, оглянись. А хули тут оглядываться? Я здесь. Здесь? Ёкарный бабай! Охренеть!
Охренеть. Да сука! Ёкарный бабай, парни. Это unbelievable. Unbelievable. Так, что здесь? Ё-моё. Найден секрет! Охренеть! Божечки мои! Божечки мои! Тупо на внимательность. Это вообще законно? Какой же я, мать его, невнимательный. Ну, не... Благодарю, благодарю. Сука. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом... Да, 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 да. Все эти слова. Человеческие жертвы. Портал ва. Хорош, хорош. Все это правда. Друзья мои, будьте... Алло, алло, алло. Слушай, вы станете первыми. Все, все. Я уже думал, залагал. Так же, как и я, в новом мире, который они создают. Фу, когда это этой четки уйду, которая уже задолбала. Так, контрольная точка. Где-то в рядом, рядом будет враг. Надо быть осторожным. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Сейчас жесткий махач начнется. Хорош, хорош. Так, этого убить, получить хилочку. Боже мой, что он творит? Так, а назад я не могу вернуться, да? Так, этого убьем так. Этого тоже так расстреляем, мелких сошек. Ух ты! Сука. Подожди, а что происходит? Алло. О! Ребят, я неудержим. Ой-ой-ой! Я удержим. Только сказал неудержим, сразу... Жесть. Жесть. На месте нельзя стоять. Нужно бегать, уничтожать. За это я поплатился. Ладно, погнали. Так, взять патрончиков. Небезопасный уровень. И уходим. Бьем лицо. С бочкой рядом. Быстренько спекся. Ребят, уровень кошмар. Здесь реально наказуемо. Любая ошибка наказуема. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Хорош, ступо стер. Эй, алло, 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 алло. Япона мать. Да сука, да сдохнет!
Так, надо хилочек. И патрона не хватает, да? Так, патроны прилетели, хорошечно. Так, новая запись. Тупо хилочки получаем. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Сейчас, подождите, я вернусь. Так, блин, я... Ага. Так, могу ли я тут какой-нибудь секретик найти? Ой! Ай! Ёпта. Скучновато игра, одно и то же. Ну, не знаю, мне лично жестко штырит. Так, отлично, я сохранился, появился там, где и нужно было. Все нормально, так что. Хилочек возьму. Дальше по уровню, понял, погнали. Хорошо, когда есть путеводитель. Неплохо. Достичь высот, о которых и не мечтали. Узнайте у руководителя. Медицинская станция. Для жатвы душ этого года. Угу. Ясно. На бочке все дела. Так. Так. О-о-о-о! Оу-я! Не только пока, весь мир рассчитывает на нас. Вы справитесь? Конечно справлюсь. Какие могут быть... Бензопила — особое оружие ближнего боя, которое выбирается нажатием кнопки «П». Бензопила расходует топливо. Чем больше демон, тем больше топлива понадобится. Разрезав демона бензопилой, вы гарантированно получите дополнительный боезапас. В зависимости от размера демона, для его убийства потребуется 1, 2, 3 или 5 единиц топлива. Увеличивая максимальный боезапас с помощью аргента ячеек, вы увеличиваете и максимальный запас топлива. Береги на особых противников. Не, подожди, когда заканчиваются боеприпасы, тогда я должен юзать, правильно? Всего 3 раза, понял. У моего деда тоже была такая же. Посетив станцию автокарт, вы откроете всю карту. Ее можно посмотреть, разделить так же. Угу. Понятно. Так, что я здесь еще не посмотрел? Оружие. Жесть, так. Хорошо, работает. Так, П она, да? Хорош.
пила гарантированно валит цель, особенно если цель много выстрелов сюда. Понял. Я тебя понял. На мелочь не трать. То есть, как бы, бензина, короче, на нее немного, правильно? Уничтожитель, ух ты! Слушай, было больно. Беги, иди сюда! Ух ты, тварь! Так, патрончиков зарядил, нормально. Ладно, один раз можно, чисто попробовал. Ух ты, слушай, броня тут есть. Как я могу сюда забраться? Могу ли я как-то сюда забраться? Вот в чем вопрос. А, и хилка один раз только. Незаконно. Это нечестно. Так, 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 так. Ладно, мне кажется, мне нужно идти. Дальше по уровню, понял. Доступ закрыт. Ёб твою мать. А что за дерьмо? Ну нахрен. Отказано в доступе. Алло, дядя. То есть получается, я сейчас должен буду... А, вот туда я должен буду, правильно? Ага, ага, ага. Все, понял. Так, 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 так. Шарю, шарю, шарю. Все, я зашарил. Да блядь. Сука. Тупо шарил и нашел. Нашел свою смерть. Алло, я снова отсюда. Блин, что за дела? Так, патрончики взял. Так, бензопилу я уже нашел. Нашел, все хорошо.
лучших из лучших. Хотите роста? Да сука, ёпарашите, слишком агрессивно. Но она такая, ребят, думчика игра, конечно, такая напряжённенькая. Уши Садес А092, чёткие уши на самом деле, мне нравится. Здесь Куарка мы гордимся нашей постоянно растущей командой. Каждый год мы отбираем лучших из лучших. Хотите роста? Стремиться к великим целям? Достичь высот, о которых вы не мечтали? Узнайте, кто вы водители, подходите ли для жертвы лучше этого года. Тупо череда неудач. Череда неудач. Но я справлюсь. Я справлюсь. Фух. Так, ладно, соберу тогда хилочек побольше. Блять, вот какого мать его хрена? Здесь Куарка, мы гордимся нашей постоянно растущей командой. Каждый год мы отбираем лучших и лучших. Блин, и теперь запилить-то некого на самом деле. Достичь высот, о которых мы не мечтали. Ладно. Вот это по-нашему. Патрону вообще на самом деле дохренище насыпало. Ладно, не гноби. Верх профессионализма, все дела. Все, ты пришел сюда, это я помню. Так, есть. Патрончики, канистра. Все хорошо, все при мне. Блять. И сюда, да? Здесь я был, правильно. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Угу.
патронов уже максимум. Так, здесь... убиваем. Этого тоже. Да, жестко телеги ездит на самом деле. Так, ну мне кажется, или здесь как-то можно пройти, не? Блять, нет. Мне, видимо, показалось. Ну ладно, похилюсь. Не, там стопудом можно было на самом деле пройти. Просто я немножко лопухнулся по ходу дела. В доступе отказано. Да. Здесь тоже запрещено. Это четвертый дом. Подходи сюда, я похилюсь. Ой, мне это не нравится все. Алло! Суки, меня заперли. Благодарю, благодарю за подписочку. Ладно, хули надо ворваться на самом деле. Ну ща начнется жарень. Надо мелочь пузатую перевалить. Погнали. Дальше, дальше, быстрее. Быстрее, выше, сильнее. Меня бьют во все дырки. Надо менять позицию срочно. Не самая лучшая позиция. Но можно работать. Можно с этим работать. Двигаться быстрее. Эх. Ваня, благодарю. Благодарю. Да, это тебе не шутки. Это не шуточки. Отсюда я уже никуда не могу двинуться, да, получается? В доступе отказано. Понял. Ладно. Thank you.
ты, меня кто-то сзади жестко. Жесть, надо мелких убивать. Надо мелких мочить со страшной силой. Фух. Надо хилочек на них реально набить. Боже мой, какой он нахрен жесткий. Блин, урод, а? Хилочек называется, набил. Вот тебе и набил хилочек. Будет уроком, как говорится. Я промазал? Не может быть. Так, это убил. Это стреляет, промахивается. Оп, есть. Так, патрончиков получил нормально. Да сука! Unbelievable, просто unbelievable. Ну чувствуется, подустал. Ладно, все, собрались. Блин, это зря немного, ну да ладно. Да ёпрасы ты! Плюху пропустил. Долго, слишком долго. Этого унес. Да сука. Уже не очень хватает реакции, на самом деле. Кошмарный уровень, просто кошмарный уровень, ребят, сказывается. А, да, точно, гранаты, блин, забывайки, да, действительно.
Идет еще какая-нибудь мразь мелкая, вот она. Все, этого снес. Ладно, в общем, зарядился. Ой, так. Ух ты! Не, ну я должен одолеть. Должен. Я просто сделаю это. Просто, мать его, сделаю это. Алло. Сука. Так, регенчики. Менять позицию. Оп. Так, уже там бьют. С этой стороны атакуют. Так, где патроны найти? Блин, мало патронов. Надо кого-то пилой запилить! Жестко. Да. Хардворк. Нереальный кул.
Ах ты, сука, зарядил как, а? Жестко, мразь. Ах, в бочку попал, урод! Ну надо же, сволочи! Вот мощные какие. Но я стану мощнее, я их одолею. Жесть. Небезопасный уровень демонических. На кошмаре, да. Одна тычка, блин, здесь не прощает ничего. Жесть. Так, боеприпасы выпали, хорошо. Всем еще можно драться. Этого стер. Надо бежать сюда. Боеприпасом. Сука, нет. Бежать. Воу. Мразь. Просто мразь. Порвал на куски стримера, урод. Ну, сволочь. Потно. Тем более первый раз. Понимаешь, я в Doom играю. Первый раз, братан. Я сразу уселся за самую сложную работу. И мне на самом деле нравится. Какой я не парюсь! Я аз есмь. Где еще, мразь? Блин, этого слишком быстро убил. Бля! Все старания коту под хвост называется. Набивал хилки. Меняем позицию. Этого убили, взяли патрончиков. Хорошо. Еще. Хорош. Менять позицию быстрее. Хорош. Забрался. Как акробат. Куда бежишь? Дядечка. Ой. Кто здесь? Быстрее. Убит. Хорошо. Этого похоронить. Так, давай. Сука. Там еще по стене мразь прыгает. Если бомба взорвет, сейчас будет очень плохо на самом деле. Так, это мой.
Хорош, хорош. Просто зверствую, буйствую. Да. Фу, ты один из тех извращенцев, играющих с размытием движением. У меня лагает. У тебя может подлагивать. Но я не с размытием движения играю, не знаю. Фу. Это была реально тяжелая работа, ребят. В дотку после стрима агрессор, сомневаюсь. Большие сомнения меня одолевают по этому поводу. Так. Привет, Дарья. Привет, Роман. Да. Благодарю, благодарю за подписочку. Так. Руслан, стараюсь, но понимаешь, не всегда же хватает. Мощи, так скажем. Ну-ка, это взрывается? Нет, не взрывается. Я знаю, что взрывается. Вот это... Бля! У-ху! Так. Есть тут, интересно, где-нибудь ништячки или нету ништячков? Блин, тут реально все в эре запутано. Угу. Низкий уровень здоровья, да? Вижу, что низкий уровень. Какой-то трахен-шмохен происходит. В доступе... Роман, уровень кошмар. Притом первый раз играю в Doom. Так что здесь меня не щадят ни хрена. Здесь вообще все беспощадно. Сложности, кошмар. Уровень сложности, кошмар. Ну, погнали. Не шутя, друзья, не шутя. Жестко. Ребят, реально. Кошмарчик, наше все. Все остальное это чепуха. Все эти сопливые уровни. Так. Шквальный огонь. Угу. Штаны не мокрые. Нет, ну не обдел. Я испугался, но не обделался. Понимаешь, все нормально, держим при себе. Так. Только дрон. Имеется в виду только что? Дробовик, а больше ничего. Пистолет там улучшить, еще что-то. А. Escape назад. То есть я, если возьму, допустим. Подожди, если я возьму пилу. А, ни хрена. Так это не работает. Понял, ну ладно, шквальный огонь. Тетрис против Терминатора. Обделался, значит, да, немного. Подожди, а куда... А,
вот куда мне теперь идти? Хорошо. Так. 5 очков, да? Шквальный огонь. Но мне это не очень интересно. Я тоже хочу поиграть в эту игру. Как она называется? Трофим. Называется она Doom 4. Набор модификаций, понятно. Даниил, Doom 4 называется игра. Угу, то есть разные модификации. О, жесть. Жесть, так. Тупо охреневший урод, а? Думаю, сейчас вылезет, наваляет мне. Угу. Так, какой поток выставил Твиче? Ну, 720... На 1280 такой поток. А чё? А... Максим, ну... Через что стримишь в ВК? Через Good Game? Так, ну чё? Двинемся дальше тогда. Так, и где это я теперь оказался? А, оказался я снова здесь. Доступ предоставлен. Понял. Доступ предоставлен, это хорошо. Вопрос, как мне туда забраться? Через верх, а как мне забраться через верх? Уровень кошмар. Первый раз на уровне кошмар, ребят. Через ABS студию. Ну, конечно, будет. А чё нет-то? В чем проблема? Штурмовая винтовка. Скорость пуль тяжелой штурмовой винтовки довольно велика и позволяет поражать подвижные цели. Это хорошо. Это по-нашему. Александр пишет, застрелись. Нормально, нормально. Doom 4. Несмотря на то, что в качестве стандартного оружия АВАК теперь используется плазменное ружье, тяжелая штурмовая винтовка все еще широко распространена благодаря надежному механическому ударно-спусковому механизму, высокой точности на больших дистанциях и доступности боеприпасов. Оружие эффективно на всех дистанциях и лучше всего проявляет себя при стрельбе по одиночной цели, если на нее не установлен подствольный гранатомет. Стандартный боеприпас – патрон 50-го калибра с цельной металлической оболочкой. Неплохо.
Так, броня есть. Ага, модификации нету. Ну ладно. Все сотрудники ОАК должны посещать медосмотр. Так. Шлюз запечатан. Наверняка здесь есть что-либо еще, что мне... А, правильно. Пожалуй, не буду. Блин. 7.62, понятно. Ну, ладно, нажму. Надо поменять. Эх! К такому судьба меня не готовила. Ладно, друзья. На этой, может быть, не совсем веселой ноте я закончу на сегодня поток с Думом 4. Вот, уже... Подустал, реакцию немножко уменьшилась. Но я обязательно продолжу уничтожать исчадий ада. И очищу этот марсианский мир от их присутствия и всяких инородных тварей. Всем всего хорошего, друзья. До скорых встреч, хорошего вам лета. И да пребудет с вами мощь и сила. А, кстати, в группе, значит, в описании стрима, есть ссылка на мою группу. Если вам понравился поток, я сейчас вам ее оставлю. Заходите, подписывайтесь, там будут оповещения о следующих потоках. Все, друзья, до скорых встреч. Да, взгляд в камеру реально опасный, этого не убрать.